Всем привет, с вами Юмилия. Вчера вышел первый пилотный эпизод, я это уже видел, и я предлагаю нам с вами вместе прямо сейчас его заценить. Погнали! Время мультиков от Егора. То есть от меня. Да. Еще каких мультиков? Привет, я Мороз. Или привет, Мороз Иванович. Естественно, моего отца не звали Иван. У меня вообще нет никакого отца. Просто какому-то писаке лет 200 назад пришло в голову, что так интереснее звучит. Ну а потом мне пришлось сделать паспорт, чтобы меня не взяло за жопу правительство. Поэтому теперь Мороз вообще фамилия. Да где я? Георгий Иванович, я могу поговорить с вами о вашей внучке? Она постоянно прогуливает занятия, и мы не можем... Я поговорю с ней. Ох, как холодно. Это кондиционер. Ах да, еще одна деталь. Я дед. Ну, то есть, я всегда был дедом, но не в этом смысле. Главное, что не дед. Противная зазнайка, которая думает, что понимает меня, моя внучка. Напоминание о том, что я однажды позволил себе подумать, что я обычный человек, и решился завести семью. Большая ошибка. Ты врешь, тогда вообще не было самолетов. А, ну да. Дед, я хочу знать, что стало с моими родителями. Родители? Какие еще родители? А ты кто такая? Дед, у тебя нет деменции. Мы это уже проходили. Да, жаль, конечно. Короче. Что нет деменции? И приходится отвечать на вопросы. Вы же уже поняли, кто я. Вы Дед Мороз? Чего? Нет, иди отсюда, пацан. О, какая интересная интеграция. То есть, получается, персонаж из одного мульта сейчас появился в другом. Ну да, это я. Мороз. Эпично. Проясним сразу. Это не я, это маскот Кока-Колы, это тоже не я. Это вообще хз кто. А этого зовут Елупуки. Первый раз 6, когда слышал, было смешно, честно. Мой каноничный образ вот такой. В те времена с дизайном и материалами было туговато, да. Если б я мог выбрать сейчас, я бы сделал что-то типа Трэвиса Скотта. Not bad. Мороз! Давайте пройдемся по тому, что вы обо мне знаете. Я громкий мужик в цветастом тулупе. Звучу, как очень старый и перекуренный советский диктор. Ну, здравствуйте, детишки. А вы хорошо себя вели? Да! Меня типа придумали коммунисты. Вроде как волшебник, но вроде как бы волшебства не существует. Поэтому я просто прихожу пьяный к вам домой раз в год и дарю заранее купленный вами же подарок вашим детям. Раз в год. Не очень репутация для олицетворения праздника и новогодних чудес, да? Но бизнес-то попробую классный. Объяснить, прибыль. Почему у меня такое хреновое и невнятное био. Сначала я был просто бесплотным духом и просто летал, парил, замораживал и снова замораживал и снова летал. Наскучило. Зависал над землей. Да, это был не самый разнообразный досуг. Потом людишек и их поселений стало больше, и мне пришлось выбрать подходящее для их скудного мозга обличие. Привет. Замороженный куст им не понравился. Эти ребята были теми еще сторонниками эйджизма, типа, чем старше выглядишь, тем мудрее кажешься. И вот я уже местный гуру, которого рисуют, как умеют, которому поклоняются, боятся, и все. Этого достаточно, чтобы жить на Руси хорошо. В общем, все было относительно весело до момента, пока я не разозлил Перуна. Ладно, надеюсь, Перун не сильно обидится, если я съем его праздничный торт. Это было довольно жестоко. Мороз! Ладно, возможно, я немного упростил наш с ним конфликт, но моей совести и памяти проще запомнить его таким. Клёвый шлем, Перун. В общем, я разозлил одного из наших главных, и поэтому, зная мой говнистый характер, меня заставили делать самое унизительное, что можно было придумать. Быть воплощением добра, чудес и развлекать карапузов. Учитывая его бэкграунд... Первые пару сотен лет я правда разносил подарки сам и устраивал чудеса. Но потом я понял, что должен подойти к вопросу умнее. И вот уже сотни тысяч бездарных актеров по всей стране используют франшизу «Дед Мороз», чтобы развлекать детей за копейки от моего имени. Я а проценты мы отчихляем? Технически наказание отбываю и обеспечиваю этих бедняк работой. У бренда «Дед Мороз» даже есть резиденция, где живет самый главный бородатый мужик, которого выбирают раз в период. И, нет, это не похоже на церковь.
В общем, я максимально не отсвечиваю, живу своей жизнью и жду, когда закончится наказание, чтобы я мог снова быть свободным. А какой там срок? Вся свобода у тебя в голове, дед. А? А ты кто? Я Лёха. Где тот парень из Сибири? Не знаю, последние 2 минуты тут только я. Лёха. То есть он все это время как будто рассказывал эту историю? Типа того. Я в курсе, ты в меня не веришь. А мне кажется, ты сам в себя не веришь. За дело правда заживает. Хочешь я свою родинку покажу? Сейчас. Не надо. Опа! Ладно, пожалуй, хватит на сегодня интернета. Я ожидала, что он скажет эту фразу «хватит на сегодня», и прям слово интернета уже было в моей голове. Что это? Это Перун. Нужна твоя помощь! Ух ты. Вот это прям супер интересно! И, блин, хочется как можно скорее увидеть продолжение, потому что его злейший враг, который заставил испытывать нашего главного героя такое наказание, теперь просит его о помощи. Что же такое произошло? И довольно интересно будет это узнать. Надеюсь, что в скором времени выйдет продолжение. Мне кажется, что этот мульт отличается от всех предыдущих. Он немного другой. То есть в нем есть это утрирование, эта стилистика, но все равно он какой-то другой. И мне прям безумно интересно, сегодня должна выйти новая часть, и это будет продолжение вот этой истории с Морозом, или же это будет какой-то другой мульт, отдельный от Мороза, какой-либо другой истории, и с какими-либо другими героями. Ждем с нетерпением продолжения. Ну а с вами была Юмилька, благодарю за просмотр, и всем пока!